Слава Богу, что мы еще могли дальше вместе. Слава Богу. Спасибо Андрею и Клавдии за прославление, которое серьезно было помазано Господом. Слава Богу. И я хочу с вами еще поделить маленькие темы, которые могут помогать нам в нашей жизни, вера. Давайте помолимся и начинаем. يا رب يا بان السماوين وحسمك انت الأب الوحيد يا رب اللي بتعطينا قدرة يا رب على انه ما يفهم ونتكلم كلامك اعطي عبدك يا رب انه يتكلم كلام اللي يكون لمجد اسمك اعطي مسحة خاصة لكل شخص موجود يا رب اعطي عبدك مسحة لكلمة باسم المسيح يسوع يا رب что дай Бог помазание для меня, чтобы могло говорить слово и для каждого из нас, и для это время. Вчера просто я начал тема, очень приятно было, мы говорили о долине, которая была перед три царов, и эта долина была пустота, и человек Божий, Алиша, как бы ваш Елисей сказал, делайте яма, и вы не видите ни ветер, ничего. Но эта яма будет наполнена вода. И это как наша ситуация. Да? Мы делали яму в Киеве, большая яма. Мы вера приняли Святой Дух. И мы вера копаем, что дальше в нашей жизни. Просто я хочу чуть-чуть дальше двигать. Четвертая глава, вторая царство. Еще раз. Книга царства, вторая царство. Друга книга. Четвертая глава. От первый стих до седьмой. وصرخت إلى أليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة إن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين فقال لها أليشع ماذا أصنع لك أخبريني ماذا لك في البيت فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ وقلي فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء فقال لها لا يوجد بعد وعاء فوقف الزيت فأتت وأخبرت رجل الله فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعشي أنت وبنوك بما بقي آمين. رافيس какого стиха по-первый до седьмой я прочитаю хорошо да а у нас женок пророчих цей а у нас женок пророчих сынів кликала до Єлисея, говорячи, помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів. І сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала, нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав, іди позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. І війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього, і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до свого сина, подай мені ще посуду, а він відказав їй, нема вже посуду. І спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові. І він сказав, іди продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові.
а ти та сини твої будете жити на позосталому. Амінь. Амінь. Господь, пожалуйста, дай нам можливість приймати Слово Твоє в ім'я наш Господь Ісуса Христа. Амінь. Цікава історія. Жена чоловік віруючий, сім'я віруюча, але бідна. Во время Израиля, во время благодат Бог покажет через деньги, что богатство, значит, Бог довольный, Бог довольный от этого. Но это интересно, человек верит в Бога, но он одолжал деньги и он умирал. Это непонятно. И почему он умирал? Маленький, молодой еще он. И почему он одолжал? Но книга не объяснит нас, но объяснит, что делала его жена. Пришла к человеку Бога. Это очень приятный шаг. Что пришла. И этот человек Божий очень удивительный. Он служил очень великий пророк Илья. И у него помазание было два. Очень великий человек. Очень великий пророк. И сказал ей очень приятно, а что делаю для тебя? Что делаю? Ну, а что у тебя есть дома? Она сказала, чуть-чуть масла. Чуть-чуть. И я скажу вам серьезно, эта история случилась со мной. 9 лет назад почти. Мне нужно было масло. И у меня в бутылке не было масла. Хватает для что мне нужно. Но я просил Господь. Ты кормил 5000, а мне нужно масло. И я наливал. И я наливал. И мне сколько было нужно, сколько я наливал. И использовал один день и второй день. Потом я переживал, что я буду светить это масло. Думаю, что оно сбитая. И я просил ее в мусор, чтобы не было для меня значит больше, чем Бога. Но это я был. Это было очень для меня. И это не один раз случилось со мной. Два раза в моей жизни я использовал это в принципе вера. Но бутылки были разные. Разных бутылки. И разных... Надо чуть-чуть дать мне. 9 лет назад и 8 лет назад. И я просто интересно, эта женщина, ее было нету ничего дома, кроме масла. И что сказал ей человек Божий? Иди, одолжи от всех ваших соседей. Все. Не важно, общайтесь с ним, не общайтесь. Если проблема, не это проблема. Но иди и забери. И не бери мало. Не бери мало. Копайте яму. Не бери мало. Я думаю, сколько было на этой улице есть соседей, она все, это все забрала. Бросила, дайте, пожалуйста. И очень приятно, как он сказал, иди и закрывай дверь на тебя и твой сын. Как наш Господь сказал, наше общение с Богом, которое тайно, в комнатах, когда наш Господь Иисус сказал, когда вы хотите молиться, ходи в вашу комнату и проси Господь. Между мной и Бога это общение. Это как маленький пример, как она пришла в их дом и закрыла дверь, и начинала это общение в вере, что сказал человек Божий. И начинала наливать. Она не знала, что будет, просто она наливала. Первая посуда, вторая, третья. И начинала наливать, и наливать, и наливать. До момента, когда уже все, что она собрала, наполнила. И ее сын сказал. Холос. Халас. Нема. Нема посуду. Нету. И масло закончено. Второй шаг. Вернула человек Богу. А что делает тебе? Иди продаю. И интересно, что ты будешь все ваши долги платить, и ты дальше будешь жить в это, что вы продала. Благодать Божия хватает дальше для ее 11 дней. Просто маленькое чудо. Наливала масло, закрыла, все долги уже нету и хватило ее житья. А какой посуду у нас? Я не знаю, какой посуда у вас.
Но я знаю, если у тебя маленькое, масла мало будет. Но сколько она будет, твоя посуда, чистота, потому что это чистое масло, которое мы принимаем ей от Бога. Этот масло будет хватать, если ты веру принимаешь ей. Если ты принимаешь масло Бога, она хватает. Один раз и для всегда. Аминь. Аминь. Господь, спасибо, что ты дал мне это масло. Спасибо тебе, Господь. Благослови дальше нас учение, Господь. И спасибо за конференцию. Спасибо тебе, Господь, что ты благословил наше ум, что мы могли уметь у Христа. Я благодарю тебя за это. Благослови пастор Роман и слово, Господь, в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.